Всем привет! Покажу, как можно размножить клон хои. Он очень красиво цветет, и поэтому я хочу развести таких цветочков побольше. Для этого я взяла баночку вот такую вот с крышечкой, ну невысокую, и положила туда листочки, обрезала ножницами и положила. И в эти листочки нужно немножко обрызгать с пульверизатора. Чуть-чуть, прям, ну не сильно много воды, чтобы там прям не лежали они в воде, а просто опрыскиваем с пульверизатора. И ставим в теплое место и закрываем крышечкой. Периодически нужно будет крышечку открывать, чтобы воздух туда поступал, но листочки должны лежать в закрытой баночке. И тогда они дадут корни. И можно будет уже этот колонхой, эти листочки пересаживать в горшочки. Вот таким и хитрым образом можно развести колонхоем. Здесь у меня рыжий сидит. В окошко смотрит. Гуляет он так. Вот. И вот таким вот образом у нас можно развести вот колонхоя. Вот у меня, видите, вот двух цветов разных. Очень красиво цветут. Просто шикарный цветок, красивый. Обалденно красивый. Все, оставляем эту баночку. И будем ждать росточков, корней, чтобы потом пересадить уже в грунт. Вот такой вот способ. Подписывайтесь на канал. Буду рассказывать много интересного. Всем до встречи на моих видео. Всем пока.